Ale problém je ešte jedin. Ti berieš mnogo takých molochov, zdes je drevo, oni dolgie, ja, ale golos necharoši. Golos necharoši. Eti originály amerikanskie očeň dumajú charoši golos. Нет большие, а голос есть. Ну, компания, которая производит. Фирма какая? Это? Да, это есть иная фирма. Они теперь, это есть новые, начали сделать это. Эту лицензию. Это была... Ластинг Чембер. Как будете покупать, то хотите эти. Эти пластичные, это оригиналы. Эти, у них есть хороший голос. Zajíce je, čo pokazujú, a volka na rys, čo ja. Neispoľzujú. No, na rysa je očiň charošie, malinký kasúl. Možno je ho zdieľať celý god, i zimoj možno. Ale nužno zdieľať je taký golos, kak etovo malinkovú kasúla, zachvatilo něco, ja? Já je taky je. Dělají i na Šumavě, to je v góry v Čechy, na hranici s Germániou, ja? Je tam paprubáli mi viděli rysa, to je taky bolšie údolí, ja? Iž šel po taky zimno bylo i po takej doroge, ja, kde lesničí je derevo, tahajú, paprubáli, bystro pasal i išol. Ale to bylo očeň daleko. No my ždáli s mým drugom 3 hodiny. Nevidel, neprichadil. Paprubovali iščo, ale ja dúmajú, že on nás videl skoro, kak mi je vo. Ja. Risto, že je ľubný. Tak, takže ten golos, to je... Ja, eti golos, to je na všeho. Na to i kabany idú. Ja, kabany. Один раз я был у моего друга, который у него есть хороший ревир. Мы шли 8 месяц, было большое поле, да, и там была пшеница. Пшеница, да. И далеко 400 метров был лес. Да. Мы 4 години отполедне. Vylezli na výšku, ja, sedali chvíľu i ja skažu, no, paprúbujem. A tam už to v tej pšenici, vše kasúly, ktoré sú, oni zvednú sa a ty vidíš, čo. Sámky, kasúly, vše. No, paprúbal, taký je malinký, 3 mesiace staré kasúle i dúmajú 4 štuky golovy, jo, matrely. A my videli u lesa, kak čorne hup z lesa do etej pšenice. A begal, kukali kabán. Ja. 2 leta kabán starý. Begal, kak sabáka. Kak sabáka. No prichadil polovinu, ja. Už je bylo možno, to byla taká nízka pšenice, bylo možno strelať, no ale mě interesovalo, jak on reagoval.
Я, мой друг сказал, стреляй, стреляй. Не, пожалуйста, не, сиди, попробуй. Он в этой половине застал, я вновь еще раз писк, я бегал быстро, я его стрелял под эту вишку. Это есть кабан, который, думаю, 2-3, можно, тижде вопред, пред тим спадки просто захватил маленького косула. Он знал этот голос. Ja? Это было очень интересно. Там шкода не была камера. Это было очень интересно. Также у нас нормально много охотников на это ваби прасата. Кабан. Ну, а после этого уже будет у косули, да, стресс? После того, как, как младенец все будет слышать. Да. Я? Вы рассказывали. Да, вы перед этим рассказывали, что косуля будет пугаться потом. Бояться косуля будет потом. После этого манука у косули будет стресс. Так? Еще раз не понял. Если ты этот писк делаешь молодой косули, но. И что эта популяция будет пугаться потом ходить, как говорил. Не. То есть иный тон. Это другой. То есть другой тон. То есть другой тон. Много мануков. Это есть нужно знать. Потому что каждое звера, косул, кабан, все, большую шкалу, понимаете, шкала тонов. Mm-hmm. Да? Я скажу один пример. В Берлине, в Германии, есть банка со всеми голосами. Это и голосы из весмира. Где были ракеты, они там натачали. Там есть, скажу, тоже тон, такой монотонный. Да? Все. Там есть у лисицы, у нормальной лисицы, да? Больше 200 другов голосов. 200 другов у лисицы. Да? Нужно внимать, что косули Елен, все мают большую шкалу голосов. Потом, так как у человека, там есть, ты говоришь иным тоном, как я, как он. Да? Индивидуально каждая штука ма, иный маленько и есть другой. Потому что как у тебя будет 10 маноков на одно, на косула, никогда не будет один как другой. Будет там раздел. Да. Ну, а это есть, так как ты сказал, на зайонце.